А перед началом ролика хочу посмотреть вам группу проекта Limonado RP. Этот проект буквально недавно открылся, поэтому он очень свежий. Можете заходить, ссылка на группу проекта будет в описании. Также у них проходит конкурс. В принципе, кто желает, можете поучаствовать. Повторюсь, ссылочка в описании. Заходите, кому интересно. Вся инфа будет в этой группе. И смотрите, интересуйтесь и играйте. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Мир Ролиплей, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить в них регистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите МН, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод. КГейм. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно используйте мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка. Я на самом деле почему-то думал, что у меня квартира слетела. Она не слетела, и это хорошая новость. А вторая новость, то что у меня бабок нету, поэтому мы сегодня пойдем в казино и попробуем с этой маленькой суммы поднять хотя бы 1300. Ну что ж, погнали. Ах да, кстати, видите, я включил кое-какую программу, Nvidia Project, как-то так она называется, и графика улучшилась. Напишите, видно ли это на видосе. Вот мне лично видно, что графика реально улучшилась, особенно в интерьере это очень заметно. Я думаю, вы обратили на это внимание. Если обратили, то напишите в комментариях, улучшилась графика или нет. Но тем временем я погнал уже в казино. Я вот когда последний раз стримил, я тогда собрал тыквы, там был дом по ГОСу. И мне не хватило на него 30 тысяч, понимаете? Я снял квартиру ГОС, и оказалось, что этот дом был на аукционе. И в итоге я потом купил квартиру, но я забыл, оплачивал я ее или нет. И все-таки, походу, я ее оплатил, и она у меня не слетела. Потому что я вот все время думал, что у меня слетела квартира, но на самом деле нет. Так, пацаны, короче, планы немного изменились, я решил пойти в армию. Сейчас призыв как раз идет, и почему бы нет, пацаны, почему бы нет? Если я вступлю, я объясню, почему я решил пойти в армию, а если не приму, то я не объясню вам, почему я решил пойти в армию. Короче, пацаны, меня не взяли в армию, сука, обидно, блядь, реально обидно, я хотел в армию пойти. Ладно, причина типа была, что ПРП передавать лицензию надо. Ему сразу передал весь пакет документов. Вот, я здесь отыграл. Где-то я тут отыграл, короче. Вот, документы человеку в форме. Я ему передал сразу все документы и потом паспорт дал, лицензии. И типа, ну ладно, хрен с ним, в принципе. Поехали тогда в казино. Кстати, вот это видите, графика у меня улучшенная. Она FPS вообще не хавает, в принципе. Это у меня Nvidia видеокарта и специальная программа для моей видеокарты. И поэтому графику я улучшил. Если вы хотите, я могу снять, в принципе, видос по этому поводу. Поэтому пишите в комментариях и ставьте лайк. А я поехал уже в казик. Реально, мне графончик очень нравится. Я в своей группе еще опубликовал фотки, в принципе, с графой. И многим тоже она понравилась. Ну, я думаю, вы, короче, все поняли. Все, пацаны, погнали. Бля, вот реально обидно, что в армию не взяли, сука. Да ты заебал. Реально, блин, просто жесть. Ладно, не будем расстраиваться, погнали в казино и попробуем поднять денег. У меня 60 тысяч. Я думаю, будет с кем поиграть. Да, люди здесь есть. Давайте, погнали. О, 50 тысяч. Бля, чувабанк сыграть? Или что там? Или как они играют? Так, пацаны, играем в кость на 32 тысячи. И надеемся, что мы победим. Давай, 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 давай. Сука, 11, вы прикиньте. Ему тупо 11 упало. Ну такое. Так, давайте дождемся, пока еще игра какая-то будет. Так, я на 30 тысяч кинул, и в итоге я выиграл. Так, это уже хорошо. Так, давайте будем ждать. Блин, я просто не хочу проебать свои деньги последние. Так, я кинул на 50 тысяч и в итоге я слил. Заебись просто. Так, тогда на 9 тысяч и я выиграл. Ну, такое, да? Конечно, проебать все деньги это такое себе удовольствие. Так, обратно 9 тысяч, да, и я проебал, да? Так, 10 тысяч я выиграл. Так, вот подписчика своего встретил. Михаил. И как он там? Махим. Блять, ебать сложный ник, извиняюсь. Так, Максимилиано. Максимилиано, привет тебе, короче, передаю. Подписчик. Так, 50 тысяч, чувак, орёт. У меня столько нет, хреново. Все, я кинул, короче, ва-банк, и я проебал. Отличненько, просто замечательно, пацаны. Вот так вот надо, блядь. Не взяли в армию, пошел в казик, проебал все деньги. А если меня взяли в армию, сука, я бы не проебал бы все деньги. Но это не точно, пацаны, это реально не точно. Но это не точно. Бля, графончик реально очень мне нравится. Смотрите, просто все тачки такие натуральные, очень классно выглядит. Да, здесь просто разлаживание лучше сделано, но все же, блин, это очень большая разница. Реально, не знаю, как вам на картинке, но когда играю, это очень большая разница по сравнению с тем, что было. Давайте зайдем в банк, посмотрим, может, у меня там деньги есть, либо не знаю, что у меня вообще там есть или нет. Я просто реально без понятия. Так, давайте оставляем здесь мотоцикл и пошлите зайдем в банк. Посмотрим заодно налоги. Надеюсь, я хоть бездомным не останусь, блять. Так, давайте список основных счетов. Так, основной счет.
счет. Баланс. О, у нас есть, пацаны, 37 тысяч. Так, снять. Давайте снимем, ну, 1020 снимем, а то я оставлю лучше на всякий случай. Так, и посмотрим налоги. Да ну нахер, блин. Ежедневная квартплата. Так, давайте заплатим на 10 дней. Еще на 3 дня. Фух, так, еще на... Сколько у меня остается денег там? Вам счета снято. Так, 10. Еще там есть 4. Так, еще 4. Да ну нахер, у меня чуть квартира не слетела. Ну такое. Вот это поворот! Увидели, чуть хата не слетела. Так, оплатить аренду гаража. Фу, гараж оплачен на 26 дней. Все. В принципе, я спокоен. У меня на 2 недели квартира оплачена, и поэтому можно пока что не волноваться по этому поводу, но придется все равно работать, пацаны. В следующей серии, я думаю, мы этим и займемся. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.